маленькие любители экстремизма. Точнее, мои большие любители экстремизма, которые имеют работу по трудовой книжке. Мы приглашаем вас на джем-сейшн группа Саш Скул, там в лице Тагира Мадула и Лаки Продакшн. Мы ждем меняемых людей с дейнгами, фейс-контроль, дресс-код. Всю нищую хуйту вы не пишем, блядь. Вся нищая хуйта отписывается у нас. Лазер на фоне, идешь там. Денег на пупку идешь там. Без работы идешь там. Все уёбки, утра, иждивенцы отправляются в бар. Мы специально подобрали клубец, где стоит дешево выпить, закусить, где можно ставиться героином в туалете. Ну как бы, блядь, ну вы в туалете уёбки не пишете своих тусов. Ну, естественно, вам накормим трёхчасовую программу рэпа. В общем, наши богатые слушатели мы вас ждем, наши нищие слушатели мы ждем вас нахуй, и больше не хотим никогда не жить на России. Короче, для того, чтобы не было таких пидорасов, группенов, интерменшев, мы организуем охуительный фейс-контроль и дресс-код. Без золотых запонок вы пойдете нахуй. Если вы кому-то не понравитесь на входе, вы не будете допущены до бара. Приходите, отрезать голову, накатим. У вас придет человек 15-20, не больше. Поговорим в тесной атмосфере, как прожили этот год вместе и с кем-то порастелись. И порастелись с интерменшами, всякими уёбками. Бункер-клаб, симбиоз нашей нищанки с вашей богачкой. Храни вас Господь, русский.